Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Ты не прав, брат, так нельзя говорить. Я не сказал узкоглазый, я говорю, бля, узкомыслящий, бля, долбоёб. А какая? Ну ладно, хорошо. Пацаны в чате, не оставляйте. Подожди, Ложкин, куда ты? Это мой чат, я сам полезу куда надо. Меня, бля, они сидят, бля, весь, бля, чат, бля, в казахах, меня просто так оскорбляют, а ты говоришь, их не оскорбляйте, бля. Какого хуя, бля, они меня оскорбляют, это пидорасы, бля, эти мелкие, бля. Им этим пидорасам мелким можно меня оскорблять, а ты мне говоришь, не оскорбляйте, бля. Пусть оскорбляют, нахуй, они меня оскорбляют, бля. Я что, это что-то плохое сказал? Пусть почувствуют на своей шкуре то, что надо меня оскорблять. Если меня оскорбляют, пусть хуй сосут, гандоны ебаные, бля. Нихуя себе! Сидит и говорит, бля, не оскорбляет пусть. Меня же оскорбляют, это можно, да, меня оскорблять просто так, бля. Если меня оскорбляют... Ну, перед началом данного видеоролика я хотел бы вам порекомендовать магазин Пятерочка. Если вы хотите насладиться вкусными блюдами, но нет времени на желание готовить, то можете заказать блюдо через приложение Пятерочка. Всего за несколько кликов вы получите свою еду с доставкой домой. Также не забудьте применять промокоды, которые будут в описании. И обязательно переходите по ссылке в описании, и вы можете получить скидку на первые заказы. Никаких забот у вас не будет и лишних трат. Будут вкусные и удобно вкусные блюда, и удобно вам будет их заказывать. Переходите по ссылочке, ну а теперь смотрим видео. И пусть их тоже оскорбляют, бля. Правильно делают, если оскорбляют. Нехуй меня оскорблять просто так, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Ема. Заебали в круге, блядь. А навыки нельзя, пацаны, навыки нельзя. Ебаный бро. Пиздец, меня оскорбляют просто так, блядь. Мою гильдию оскорбляют просто так, ничего не сказал. Азану, я не вижу, брат. Ну ты так психуешь на меня. На меня ты зачем так реагировать? Пошли в нахуй, брат, зачем ты с ней? Эй, я чё говорю, пацаны, блядь? Меня просто так обижают, оскорбляют, хуйню несут мне. Это можно, блядь. Это можно. А когда их оскорблять, нельзя, блядь. Идите вы нахуй, блядь. Если вы меня оскорбляете, я тоже вас буду оскорблять. Хоть вы, блядь, папа римский ебаный будете, блядь. За... Здесь, блядь. Я нихуя плохого не сделал, ничего плохого, блядь. Вы заебали, блядь, нахуй вы так себя ведете, блядь. Никому ничего плохого не сказал, блядь. Сидят, блядь, из себя, блядь, какую-то ебать, блядь. Охуевших из себя строите, блядь. Вы такие же люди, как и я, блядь. А, да что, успокойся, брат. Заткнись, блядь, не знаю. Ты успокоишься, там, короче, слышен, что там, блядь, не слышишь, что ли, голоса? Что? Там голоса. Какие, блядь, там плач детей, блядь. Они сейчас восстание сделают, блядь. Мне похуй, что пока сделают. Бля, пиздец, бля. Спросить нельзя, бля. Это казах или нет? Просто спросил, бля. Я чё, бля, имел в виду, что типа казах и боты, что ли? Я чё, это имел в виду, что ли? Нет? Я просто спросил, это казах играют, пацаны? Хорошо гранатами кидают, потому что я сам видел, как казахские пацаны очень хорошо кидают гранаты. Просто спросил. Сука, бля, весь чат, бля, меня оскорбляет просто так, блядь. Идите нахуй, блядь! Что я плохого вам сделал, блядь? Гандоны мелкие, блядь. Ты знаешь, что плохого сделал, блядь? Потому что ты родился не казахом, бля. Вот этим плохое ты сделал, блядь. Себя, блядь, строй, пиздец, что за, блядь. Терминаторов, блядь. Все, Аза, успокойся по-братски, брат. Просто давай поиграем. Не оскорбляй, не оскорбляй. Бля, хули они меня оскорбляют? Это можно, бля. Меня оскорблять можно, бля. Я, бля, Ложкин, бля, я сам знаю, что делать. Не надо меня, бля, успокаивать. Просто успокойся, рад, хотя бы рад. Нокнул меня... почти одного. Нокнул одного. Бля, Ложкин, у тебя тыла нету, блядь. Бля, я застрял, застрял, застрял. Добей, 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 Маша. Ложкин, у тебя тыла нету, слышишь? В смысле?
Нет, я прекрасно все понимаю, друзья мои. Если бы я что-то плохое сказал бы там, я не знаю, я сказал бы вы там такие-то, такие-то. Я все понимаю, я вас бы понял бы, да. Ну когда я человек просто сижу, стримлю, блядь, просто вопрос задал. Бля, ну неужели у вас вообще воспитания нету, бля? Вообще нету ничего, бля. Дурочка, не включай. Я не знаю. Ты же меня поднял ложкой, да? Да. Дело не в... Я согласен, просто нарцизм. Они, блядь, считают себя лучше всех. Вот почему вот это оскорбление пошло. Вот почему это все. Просто они считают себя лучше всех, блядь. А так нельзя, блядь. Сосать. Я выиграл, молодец, да, блядь. Пиздец, я вот отвечаю. Сука, бля, вот в эти моменты, бля, и ранги не люблю играть, бля. Попадаются, бля, казахи с ними играешь, и начинается вот эта хуйня, бля, с аудиторией, бля. Ёбаный в рот, бля, с казахами играть нельзя, бля. Это сразу начинается срач, бля. Почему это так происходит? А, тут еще один. Вот реально, почему это происходит, пацаны? Вот я, меня без обид, я не хочу ни обидеть ни казахов, никого не хочу обидеть. Просто мне интересно, почему так происходит? А почему именно, когда мы играем с казахской аудиторией, с казахскими ребятами, сразу какой-то срач начинается всегда. Вот почему? Почему, блядь, я не знаю, если они проиграли, ну, молодцы, там, достойно принять поражение. Если выиграли, молодцы, достойно принять поражение. Почему нельзя? Почему так происходит? Я клянусь, не понимаю. Я никого не хочу обидеть, я просто говорю факты, как есть. Почему всегда так происходит? С ихней аудиторией. Ты их убиваешь, ты плохой. Ты им проигрываешь, блядь. Проиграешь, тебе говорят, тебя казахи унизили. Выиграешь, говорят, блядь, ты там конченый казахов убил. Я ее хуй пойми, блядь, что мне делать, блядь. Казахам попался, надо выйти с катки тогда, блядь. Все, надо просто выйти с катки. Убил, убиваешь их, ты плохой. Умираешь от них, ты плохой. Сука, что делать, блядь? Знаешь, у них что говорят, блядь, стримерам, блядь. Когда ты просто ебешь, блядь. Я один килл еле-еле, блядь, делает. Хорош, лучше. Ты умираешь один раз, блядь, и ты бой. Не, пацаны, я никак не хочу обидеть казахов. У меня очень много есть друзей казахов. У меня есть знакомые. Я, блядь, никогда в жизни не был нацистом и ненавижу людей, которые задевают нации. Мне просто интересно, мне обидно, потому что, блядь, я делаю контент для всей аудитории. И казахской, и русской, и, блядь, я не знаю, у меня вся аудитория есть. И казахская есть, и русская, и кыргызская. Ну почему-то всегда какие-то проблемы именно с казахами бывают. И всегда, когда я ничего плохого не говорю, на меня ярлыки кидают, что я типа что-то плохое сделал. Сзади я сам. Слева. Не знаю. Может, у него навык. А что за прикатившаяся фигня вокруг тебя? Это, бля, блокировка. Да, бля, пиздец, бля, все броник, бля, выебали, бля. Хорош. А зачем я слаксаюсь, бля, он, бля. Лечись. Нету. В упоре, я же тебе сказал. Я говорю, нету, у меня говорю, блядь, ой, ничего, блядь. Чтобы я мог, чё, надо было рашить их. Посмотри на это долбоебу, блядь, уже, блядь, 4 Эндрю, поднималки, биберы, пиздец, блядь. Я не понимаю, клянусь, я вот реально не понимаю эту хуйню, блядь, вот реально. Лучше не гнали, это когда ты говоришь, все эти мелкие дурочки потом говорят, что ты всех оскорблял. Я знаю. Нельзя даже слово казах сказать, потом, блядь, делают нарезки и говорят, что ты всех казахов оскорбил, блядь. С этих вообще ору я, блядь. Игры, блядь, такие слабые бомжи, блядь, остались. Либо панельщики, либо, блядь, ебланы, которые чисто из-за навыков тащат, блядь. Не, я честно скажу, мне без разницы, пацан, какой ты нации. Просто я заметил, что именно вот с ними вот такая проблема бывает всегда. Я не понимаю, из-за чего, блин, почему нельзя, если ты проиграл, принять поражение. Если ты выиграл, сказать, да, я выиграл. Nice. И все, блядь. Обязательно надо на стрим зайти, писать, казахи... Вас изнасиловали, что он написал там, насиловали, что-то. А когда мы их насиловали, никто ничего не сказал. Шаг. Эй, 145 дам. Ну, подними. Поднимите, я там двое, короче. Муса, подними. А, сейчас, подними. 145. Ногу, один нулевый. За стенкой нулевый. Запусти его. На стенке нет. Гол дал. Где он? Он умрет сегодня. Нормально ранг играется, бля. Давай, говори еще.
Бля, отвечаю просто даже это. Как же бомбит, господи. Если ты нацелишь, что ты бот, да. Бля, а при чем тут это, братан? При чем тут это? Я вот... Они просто завидуют, у них нет такого тупого бога, как у нас. Не, при чем тут это, пацаны? Дело даже не... Я не знаю, в чем дело, клянусь. Я, блин, просто... Я не знаю, вообще слово нельзя сказать, блин. Как будто, блин, что-то плохое сказал, прыгаю здесь, блин, я не знаю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.